Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю такой свой влог. У нас в Питере очень-очень холодно, минус 13, но для Питера минус 13 это нереально холодно, потому что у нас еще есть ветер, и у нас очень влажно, поэтому прям дышать нечем. Просто ужас, какой-то кошмар, у меня кожа вообще вся аж горит от ветра, потому что мы с сыночком шли, я его сейчас забирала со школы, и прям, знаете, такой ветер в лицо, обжигающий, прям жутко, конечно, вообще. Вот, не люблю холод и не люблю жару, люблю такую среднюю погоду питерскую, пасмурную погоду люблю. Не, на самом деле, кстати. Вот, сейчас я ездила в Пятерочку. Ездила я, потому что вы мне сказали, написали под закупкой продуктов из магазина «Лента», что личи сейчас в Пятерочке продаются по 200 там с чем-то рублей. Я в своей Пятерочке личи не нашла. Ну, у меня такая маленькая Пятерочка там недалеко от школы, сыночка поблизости. Больше у меня нет нигде Пятерочки, да. Там дальше перекресток только, «Лента», «Окей». Ну, в общем, в Пятерочке я не нашла личи. Наверное, все раскупили. Мне не досталось. Вот, сейчас покажу покупки. Я туда зашла, потому что меня попросили сварить сливочный суп мои мужчины. В общем, ну, сейчас, конечно, в такую погоду хочется что-нибудь горяченького такого, питательного, скажем так. Вот, и еще я заскочила прям бегом, заскочила в Ревгош. Я купила один аромат, который сейчас хорошей скидкой, вот, и аромат от этой марки мне многие из вас писали, что тоже очень нравится, поэтому я хочу вам показать сейчас, возможно, кому-то это пригодится, потому что скидка, ну, на мой взгляд, очень-очень хорошая, ароматы такие весенние, на мой взгляд, весенние, летние, в общем, классные ароматы. Я сниму обязательно отдельное видео о новинках своей парфюмерии, потому что у меня их что-то много накопилось уже за последнее время, но этим ароматом пока есть скидки, пока они есть в наличии, потому что в интернет-магазине Ревгош их нет в наличии. В самом магазине я забрала последнюю баночку. Давайте я вам покажу, какую. Купила только этот аромат и убежала. И это Марк Джейкоб Дейзи. Вот эта вот лимитированная линейка, которая, по-моему, в прошлую весну появилась или что-то такое. Честно, уже я не знаю производство, дату производства этого аромата, точнее год. Ну, в общем, это точно в прошлом году я его тестировала. Он был по полной цене. И на этот аромат не было скидки. А тут 75 миллилитров. Я забрала последние, девочки. Поэтому я хочу поделиться с вами. Он стоил 2,199. Видите? Поэтому я, конечно же, прямо поехала, чтобы купить этот аромат. Этот аромат вот у меня отлично пойдет на весну. Сейчас я его распакую. Я, кому интересно, ссылочку вам оставлю внизу в инфобоксе. Еще раз повторюсь, покупала в Ревгош. И видите, написано лимитированное издание, да? Лимитированная коллекция. Вот так вот он называется. Дейз. Я читала про этот аромат, что это собранные... Вот так вот выглядит красиво баночка. Что это собранные ароматы, которые вот Марк Джейкобс выпускал, вот эти Дейзи, да, Дейзи, как-то так они назывались, да, вот с такими ромашечками. У меня в прошлую весну была маленькая бутылочка вот с такой вот беленькой ромашкой, мне очень нравился этот аромат, а вот этот, он более такой, более свежий аромат. Сейчас вот на крышечку прыснула. Обновить. Но это да, это вот весенний-летний аромат. Лето у нас бывает прохладное, поэтому будет отлично. Очень симпатичная крышечка. Он такой свежецветочный, немножечко сладковатые цветочки какие-то. Видите, у меня все руки красные, девочки, это я с мороза. В общем, очень советую. Ой, слушайте, ну очень вкусный аромат. Здесь прям он такой цветочный, слегка сладковатый, при этом свеженький. Вот прям весна и лето, по крайней мере, начало лета. Я думаю, что у меня будет просто, ой, просто на ура уходить вот этот аромат. Очень классный. Я забрала последнюю бутылку вот этого аромата. Так что, девочки, кому нравится Марк Джейкобс, ароматики сейчас там со скидкой хорошей. 50%, по-моему, на него скидка. Вот. Без золотой карты, я помню, что он стоил где-то 6 тысяч.
Так что вот так вот. Так что вот такая вот у меня новиночка. Но он обалденный. Обалденный будет на весну. Обалденный будет на лето. Я не скажу, что он какой-то супер-супер особенный. Просто вкусные цветочки. Такие свеженькие. Прям обалденные. Вот весной будет прям самое то. Я в этом уверена. Вот такая вот у меня классная новиночка. Здесь 75 миллилитров. Больше, по-моему, флакончика не было. Вот, и, конечно же, вот эта крышечка, она очень-очень классная. Я так понимаю, что вот эти все ароматы, которые были выпущены, да, кроме белой ромашечки такой, вот они здесь все в этом флакончике собраны. Так что, кому нравится Марк Джейкобс, ароматы его, ну, на мой взгляд, это вообще весенние ароматы, очень приятные, немножко сладковатые, чуть-чуть сладости есть, наверное, сладенькая какая-то пыльца такая, в то же время свежий, приятный очень аромат. Так что, девочки, очень советую. В Рив Гоше сейчас хорошая-хорошая скидка на вот этот аромат. Я, видите, специально поехала в Рив Гош для того, чтобы его купить, потому что в интернет-магазине уже в наличии нет. В интернет-магазине в Рив Гоше. Там написано только в наличии в магазинах. Так что обязательно присмотритесь к этим ароматам, если вы еще не пробовали. Вот на весну это будет прям вообще супер. Ну, сейчас вам покажу покупки из Пятерочки. Так, вот как раз у меня покупки из Пятерочки. Тут у меня перчатки мои. Купила, в общем, как я уже сказала, пошла за лич, лич не было. Ну, ладно, зато купила хлеб вот такой столичный. Думаю, раз уж зашла, чтобы потом не заезжать, да, перед выходными. Купила вот такой сливочный сыр. Он был со скидкой. Я вот для сливочного супа. Сливочный суп я варю с сосисками. Так мои мужчины любят, без рыбы. Ну, вот как-то так. Ну, вот такой еще творожный сыр с зеленью. У меня тоже любит, и я его люблю. Вот такой творожный сыр. Очень вкусный, кстати, Хохланд. И вот купила сосиски. Там тоже были по акции, так как это у меня для супа. Там, в общем, что-то две пачки за 150 рублей, что-то такое. И еще зашла в свой любимый мясной магазин. Обожаю этот магазин. Вот. Купила вот такой сыр. Вот это самый лучший сыр, реально, девочки. Это Маздам, только это белорусский сыр. Он очень вкусный, нереально вкусный. Просто, не знаю, он всегда как какой-то свежий. Не знаю, вот я купила, здесь у меня 400 с хвостиком грамм. Но вот этот белорусский из, наверное, всех сыров самый вкусный. Обожаю его. Также купила мужу вот такую, ну, тут немножечко шинки вот такой, да. И вот такую вот еще колбаску на развес, вот такую зернистую. По-моему, она зернистая называется, как-то так. Сметану еще взяла. Там сметана 15%, но она реально по густоте как будто 20 или 25%. Очень мне тоже нравится. Сметана там вологодская у меня продается. Вологодский молочный продукт очень вкусный. И вот такую вот, как правильно называется, матнакаш. Тоже очень люблю вот этот матнакаш. Он очень вкусный. Я балдею. Вообще люблю всякие вот такие вот вещи. Вот моя пёсина. А пёсине ничего нельзя. Она мне тут опять приболела немножко. Вот, да, она у меня на лекарствах опять сидит. Вот. Да, моя босика, барбосика. Поэтому ей вообще ничего нельзя. Ни мяса, ничего и не купила. Подруженьки мои. Она болеет у меня. Сейчас ее покормила. И этим лекарства ей дала. Да? Да. Она теперь у меня 3 раза в день кушает. И, кстати, хочу показать, вот кого, может быть. Ну, не дай бог, да, есть какие-то проблемы с собакой. Вот сейчас я ей купила, ну, ее тут тошнило опять, в общем. Не знаю, то ли на улице что-то нашла, может быть. Она еще бывает, знаете, у меня кошка ловит мышей, а она их съедает, если мы не заметили. Поэтому вот такая вот, ну, если вовремя не увидели валяющуюся мышку, да, наверняка что-то съела. Вредная такая женщина. В общем, купила я ей вот такие баночки, потому что, ну, она тут у меня, в общем, плохо было совсем. Вот, даю ей сейчас вот такие баночки, чтобы она еще лекарства попринимала у меня. Вот, вот это Purina Pro Plan, это для желудочно-кишечного тракта, в общем, собаки.
очень нравятся ей вот эти банки, девочки, вообще. Но Purina Pro Plan, я посмотрела, хотела сделать заказ. Они не делают обычные банки, только вот такие вет для аллергиков и еще кого-то. И вот такие вот. То есть обычных баночек для собак у Purina Pro Plan нету, к сожалению. Но ей они так нравятся. Я когда достаю эту банку, она прям вообще вся аж дрожит от того, как вкусно. А сухой корм ей не нравится. Сухой корм ей не нравится. Да, скажи? Гадость сплошную мне дают. Вот. А вот эти баночки очень ей понравились. Но так это мы сейчас пока плохо их кушаем, а потом их на постоянке нам не рекомендуют нам ветеринар на постоянке эти банки кушать. Поэтому мы потом... Я ей заказала, потом мне придут другие уже баночки, в общем. В общем, беда целая. Вот лабрадоры, да, они такие создания, они едят, вот она когда молодая была, они едят все подряд, вот просто все подряд. Это же какой-то просто кошмар тут с ними. Вот, а вот сейчас она у меня, грубо говоря, под старость лет, ей уже в середине июня, 15 июня будет 9 лет. Вот, она у меня начала вот это буду, это не буду, это я ем, это я не ем. В общем, стала такая вредная женщина стала. Да, у меня? Босика, кто вредный? А? Басюля. Басюлечка, девочка хорошая, да? Басюлечка, конечно, самая лучшая. Самая лучшая, мама любит тебя, да? Самая лучшая моя девочка. Такая, скажи, вредная. Такая. Приболела чуть-чуть, да? Ой, да, вот такие вот они создания у нас, да? Переживаешь за них, как за своих детей. Думаю, хорошая, ну все, не облизывай меня. Я ее сейчас покормила, таблетками накормила, поэтому она довольна тут, да? Я, кстати, девочки, что хотела сказать, да, отвлеклась на собаку сейчас. Я к тому, что вот у этой Purina Pro Plan мы уже год как вот периодически, с периодичностью постоянно у нас что-то происходит с желудочно-кишечным трактом и со всем остальным. Из всех вет кормов, которые мы перепробовали их очень много. Наверное, все, которые есть, по крайней мере, в магазине Pet Shop. Да, вот этот, это единственный корм, который она ест с огромным удовольствием. Вот единственная вот эта банка, ну, это, видите, для желудочно-кишечного тракта, да, он быстро усваивается там, в общем, и так далее, вот такой. В общем, я к тому, что, если что, не дай бог, вот ищите вот этот Purina Pro Plan, и на него я читала очень много отзывов хороших, что тоже едят вот эти баночки, но это веткорм, это специализированный для лечения, так что... Я вот к этому хотела сказать, поэтому хотела показать, знаю, что меня смотрят тоже девочки, у которых есть животных. Никому не желаю, конечно же, болеть, но на всякий случай, чтобы вы имели в виду, Purina Pro Plan очень хорошие корма, и ветеринар у меня тоже их говорит, что они по составу тоже очень хорошие. Ну что, вот я сварила свой сливочный суп, точнее он у меня уже тут доваривается. Я варю его на курином бульоне, потом добавляю сюда обжарку, лук, морковку, картошечку. И вот сосиску я разрезаю пополам и еще потом вот такими, ну, помельче стараюсь, в общем, нарезать сосиску, иначе у меня младший выловит из супа все сосиски, а все остальное у нас останется. Вот, и потом сюда я добавила сыра примерно 2,5 столовые ложки. То есть я не делаю его сильно густым, просто он у меня получается вот такой, ну, такого красивого цвета, скажем так. Ну, и специи, там, сушеный укропчик сюда добавила. Получается очень вкусный супчик. Если вы любите более такие сытные супчики, можно добавить вермишель. Еще пожарила котлетки. Вот я котлетки пропариваю, ну, как бы тушу, да, вот в такой плошечке, видите, у меня там водичка. То есть сначала обжариваю в панировочных сухарях, потом немножечко вот так вот протушиваю, скажем так, их в этой плошечке, чтобы они были тогда более такие сочные. И еще здесь потушила картошку, свиные ребрышки копченые. Это коптил у меня муж сам. Я их просто разделила на порции, заморозила, и получилась у меня вот такая картошечка. Добавила сюда немножко лучка, морковку добавлять не стала, просто еще всякие специи добавила сюда. Вот, в общем, что-то я наготовила. Суп варила специально вечером, потому что на следующий день мне нужно было с утра уезжать, и я не успела бы его сварить. В общем, котлетки мои. Котлетки, кстати, из свиного фарша у меня. Фарш делала сама. И вот суп, да, можно добавить сюда вермишель любую абсолютно, буквально чуть-чуть только добавлять, иначе она
будет такая совсем каша, и он будет такой более сытный суп. У меня вариант такой более, ну, скажем так, облегченного супа. Можно сюда еще, знаете, такие детские маленькие макарошечки, звездочки такие вот, ну, или такие кругленькие есть, такие меленькие макарошки. Вот, они тоже сюда отлично подойдут к этому супчику. В общем, он получается достаточно ароматный, перчик еще немножко сюда добавляю. И такое очень любят у меня мои мужчины. Так что вот так вот я наготовила. У меня еще макароны со вчерашнего дня в холодильнике есть. Так что я наготовила, можно сказать, тут на несколько дней, чтобы уже завтра мне не готовить, заняться какими-нибудь другими домашними уже делами. А я тут, девочки, по вечерам по чуть-чуть совсем вяжу. Мне как-то спрашивали, вяжу я на заказ или нет. А, нет, не вяжу, потому что очень долго я вяжу. Я вяжу только вечером. Я уже говорила, да, и совсем у меня по чуть-чуть у меня получается. В общем, вот столько уже связала. Буду продолжать дальше свое занятие. Еще хочу рассказать вот про эту маску ночную для губ, которую я заказывала с iHerb. Вот у меня уже сколько ее осталось. Мне не хватит ее на год, как многие писали, что реально хватает этой баночки на год. Мне нет. Потому что я ее использую и днем, и на ночь. Мне очень она нравится. Делает очень хорошо, увлажняет губки, очень хорошо их разглаживает. Вот сейчас зима, холодно, да, и у меня нет никаких, губы не трескаются, никаких ни шелушений, ничего такого нет. Очень классная вещь, мне очень она понравилась. Закончится, я закажу себе обязательно еще. Есть, еще продается в Эльдебате. Я вам ссылку оставлю на iHerb, я заказывала на iHerb, потому что там дешевле. Но знаю, что есть еще в Эльдебате вот эта вот масочка ночная. Очень она классная. Она не имеет никакого вкуса, вот дает такой небольшой блеск, ну, такой фруктовый запах, наверное, какой-то больше клубничный такой, мне кажется. Ну, такой ненавязчивый, совсем легенький. Единственный минус – это цена, она стоит больше 1000 рублей за 20 грамм, получается. И то, что нужно лазить туда пальцем, то есть с собой не взять, я использую только дома. Но вещь очень классная, действительно очень хорошо увлажняет губы, не знаю, разглаживает их, и вообще супер, мне очень она понравилась. Вот, так что, кому интересно, тоже вам ссылочку оставлю. Вот, ну и на сегодня я буду уже с вами прощаться, я сейчас немножко повяжу, потом надо будет укладывать детей, читать им сказку на ночь, я всегда читаю им. Вот, и пойду уже в душ, тоже буду ложиться спать, потому что я сегодня что-то так намерзлась, такой ветер ужасный, что у меня как-то даже такое ощущение, что, знаете, как не то, что голова болит, а такое вот какое-то состояние не очень. Вот, ну ничего, пойду погреюсь в тепленьком душе, в горячем. Вот, ну буду на сегодня с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.